открыто, как ни странно. Большинство церквей закрыто. И вот в гроте находится церковь. Ну что там, идешь? Застыло. Застыло? Вот как оно здесь. По ноге Аудигитрия. Вот, включил фонарик, чтобы вы видели, что находится внутри церкви. Ну, церквушка это, конечно, такое. Назвать можно с натяжкой. Буквально 2×2. Но, тем не менее. Тем не менее, это считается церковь. А, так она и снаружи расписана фресками. Вот эта икона, это фрески. Да.